В Архангельске сегодня начали устанавливать памятник Федору Абрамову. Монумент разместился возле библиотеки имени Добролюбова. Северному писателю в этом году 100 лет. Скульптура получилась поистине народной. Перед ее появлением объявили конкурс, на который было представлено 16 работ. В итоге победителем жюри признало проект памятника авторства Архангелогородки Надежды. Оценивали, насколько скульптура отражает идею вот этого северного духа, насколько, во-первых, схож образ Абрамова, и, конечно, насколько он будет хорошо и точно вписываться в ландшафт набережной и здание библиотеки. Насколько точен был выбор жюри, жители и гости города могут оценить 29 августа, когда состоится открытие памятника. Церемония пройдет в рамках книжного фестиваля, который запланирован в Архангельске на последние дни лета.